Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о так называемом 183-м и 187-м указе президента Российской Федерации. Так вот, это видео непосредственно будет касаться тех людей, которые приехали из ЛДНР, которые находятся легально на территории Российской Федерации, которые хотят находиться здесь дальше легально, скажем так. В общем, для тех, кто не может продлить свой украинский паспорт путем вклеивания фотографии, для тех, кто не может вернуться домой, но находится на территории Российской Федерации, согласно этого закона, 187-го непосредственно закона, если вы здесь находитесь легально, то есть у вас есть РВП, это разрешение на временное проживание, либо же вид на жительство, либо же вы находитесь здесь, временное убежище получили, допустим, вот, либо у вас есть так называемый патент, вот, то есть легальное нахождение на территории Российской Федерации дает вам право получить гражданство Российской Федерации. Забегая наперед, скажу, что отказ от украинского гражданства делать не стоит. Это в вашем случае будет лишняя трата денег, потому что избавиться от украинского гражданства вы не сможете путем написания непонятно какого письма с заверением его у нотариуса и с последующим отсылом этого заявления в посольство Украины в России, допустим. Вот. То есть это все лишняя трата денег, которая вам не нужна. Можно обойтись без нее. Для вас нужно обратиться в орган, который заполнит вам заявление, либо же самим заполнить заявление на получение российского гражданства согласно 187 указу, поехать на Сахарова и сдать это заявление вместе со своими документами, то есть с нотариально заверенными копиями и переводами паспорта, всего остального, то, что, опять же, вам нужно будет подготовить. Итак, все ссылки на контору, которая проверенная, которая занимается сбором документов, которая знает, какие документы вам нужно готовить, которые не нужно будет готовить, которая вам все это объяснит и покажет на пальцах, расскажет за определенную денежку в районе 3-5 тысяч, составит вам заявление и, подготовив все ваши документы, напутственно скажет вам: езжайте на Сахарова. Вы едете на Сахарова и берете талончик. Упрощенная система позволяет вам взять талончик на следующий день, ну или в пределах 3 дней. То есть вам не нужно 2-3 месяца ждать, пока придет ваша очередь для того, чтобы стать в электронную очередь и попытаться сдать это заявление. Вот и все. Все ссылки будут в описании, как проехать, в какую контору обратиться, где реально помогут составить правильно, грамотно заявление, где составили не одно заявление и где вам расскажут, какие документы вам нужны. Все ссылки будут в описании. Не поленитесь, зайдите, посмотрите. Комментарии к этому видео я, естественно, отключаю. Лайки, дизлайки ставьте сколько угодно. Кто хочет, подписывайтесь на канал. Заставлять не в моем приоритете. Всем пока!